Зима близко, и к ней нужно тщательно подготовиться. Глава округа Владимир Ружицкий проверил готовность управляющей компании «Самолет-сервис» к зимнему периоду. Тему продолжит наш корреспондент. Под контролем управляющей компании «Самолет-сервис» около 800 тысяч квадратных метров, на которых расположено 59 домов. В настоящий момент здесь трудится 54 дворника. Также есть дополнительные мобильные бригады. Закуплены новые тракторы и погрузчики. В процессе уже закупки ждем поставки. Это роторные машины, которые будут убирать тротуары. Реагент закуплен в полном объеме. Подготовились и продолжаем еще подготовку. Эта управляющая компания обслуживает микрорайон «Самолет» уже 6 лет. Жители считают, что коммунальщики хорошо справляются со своими обязанностями. Прошлую зиму просто было очень много снега, и поэтому, возможно, были какие-то заминки. А до этого вроде как все нормально было. Позапрошлую зиму не помню, что были какие-то проблемы. Я сижу. Требования Бирюкова в Москве. На один дом, два вот этих ручных снегоуборщиков. Два. У них ничего нет. Владимир Ружицкий посетил управляющую компанию ЖК «Самолет» и дал оценку ее готовности к зимнему сезону. К сожалению, к зиме готовы слабенько. И я поставил задачу, мы к этой теме вернемся. Сегодня нет проблем. Сегодня и техника есть, ее можно взять в лизинг, можно ее купить, можно взять в аренду. И мы ориентируем на обильные снегопады. Синоптики прогнозируют, что предстоящая зима будет щедра снегом. И пока дети радуются сугробам, управляющим компаниям предстоит серьезная работа. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.